Друзья, привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами готовим что-то потрясающее. Это будет низкокалорийное постное мороженое всего из двух ингредиентов. Нам понадобится банан и любые замороженные ягоды. И, конечно же, блендер, без него здесь не обойтись. Чтобы мороженое получилось, нам нужно предварительно заморозить банан. Поэтому мы его очищаем и нарезаем на очень тонкие кружочки. Чем тоньше будут кружочки, тем быстрее банан у нас замерзнет. Теперь мы складываем банан в контейнер или можно просто положить на блюдо и убираем в морозилку примерно на час. Бананы у нас заморозились, посмотрите. Теперь мы берем блендер. Я сегодня буду использовать вот такой. Можно взять и большой стационарный, как у меня был в самом начале видео. В принципе, все равно. Главное, чтобы были достаточно хорошие ножи и достаточно мощный мотор, чтобы он мог измельчать лед. Складываем половину бананов сюда и измельчаем на максимальной скорости. Смотрите, какая кремовая текстура у нас получилась. И теперь мы добавляем сюда вторую половину бананов и снова все это измельчаем. Посмотрите, какая кремовая консистенция. Это уже очень вкусно, но мы сейчас делаем еще вкуснее. Мы добавим сюда замороженные ягоды. У меня замороженная малина. Добавлять ягоды можно в любом количестве. Если вы хотите более ягодное мороженое, добавьте побольше. Если вы хотите прям, ну, допустим, чуть-чуть вкус и кислинку малины, можно добавить буквально там 1 столовую ложку. И теперь снова все это измельчаем на максимальной скорости. Помогаем себе лопаточкой, чтобы все ягоды у нас вот так вот со стенок опустились вниз, потому что при взбивании они поднимаются наверх. Смотрите, у нас получилось вот такое замечательное мороженое. Теперь мы его перекладываем в креманку или там в чашку в какую-то или в блюдце. И можно сразу есть. А если хотите, можно убрать чуть-чуть в морозилку, чтобы оно еще подмерзло. Но я больше люблю есть такое слегка подтаявшее мороженое, поэтому я буду его кушать сразу. Только посмотрите, какое классное у нас получилось мороженое. Оно по консистенции такое, как будто только что растаявшее. Мягкое, нежное, тягучее. Очень вкусное. И всего из двух ингредиентов. Это мороженое низкокалорийное, постное, и мне кажется, его сможет приготовить вообще каждый. Главное, чтобы у вас был блендер. Я буду ждать ваши отзывы в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому рецепту, потому что мы для вас очень старались. И, конечно, подписывайтесь на мой канал. Пока!